Севастопольские судебные приставы ловят должников-автомобилистов с помощью мобильного приложения. Используя программное обеспечение, сотрудники ведомства сканируют государственный номер транспортного средства и узнают о наличии задолженности у владельца. Очередной рейд проводили на парковке у торгового центра «Апельсин». Это штрафы ГИБДД, неоплаченные налоги за транспорт, за земельные участки в пользу государства. Также имеются и долги в пользу физических лиц, и в других регионах высвечиваются сведения, что является транспортное средство, и гражданин, за которым зарегистрировано это транспортное средство, должником в другом регионе. Соответственно, мы оставляем повестки о вызове на прием к судебному приставу. В среднем за год судебные приставы выявляют порядка 30 должников. Чтобы жители нашего города своевременно оплачивали пошлины, штрафы и другие услуги, специалисты ведомства провели акцию «Помни о своих долгах». Всем желающим рассказывали, как с помощью мобильного приложения самостоятельно проверить наличие своих задолженностей.